Zamokul yanına. Ne yapalım? Дарья, бакасана, одна, та, что полоты себе под мышку, и другая под мышку. И бабочная. И чатурань. Регли. Крокодил. Отследили, как в динамике каскад астма воздействует на наше сознание. Очищающее, собирающее. Руки в стороны. Ладони прилипли к полу. Ладони на уровне лба. Развернулись вокруг правой руки. Ноги сгибаются. Позвоночник перпендикулярно руке, левая вверх, и зацепились за правую кисть. Далее. Правой вокруг левой в огороду. Кто делает? Завязали мы. И подтянули коленки к себе. Развернулись вперед. Птица Гаруда верхом на крокодиле называется. Откатились назад. Корова для ног. Развернулись влево, выпад на правую ногу. Правое плечо под правое колено. Правую руку на пол. Левой рукой за ступню выпрямили ногу. Правую. Нырнули между рукой и ногой, смотрим в бок. Либо выпрямляем опорную, смотрим вверх. Колено левое на пол, ногу назад, раз, к себе и вперед, хануманасана, или широкие ножницы, либо шпагат два. Подтянули ножку к себе. Выпад. Правой рукой за правое бедро. Вытягивая позвоночник. Скручивание вправо. Правым плечом стремимся к правому колену. Далее. Левой рукой за правое бедро. Ладони вместе. Голенем. Правая голень перпендикулярно полу. Колено оторвали. Левое. Предплечье параллельно. На одно время. Смотрим вверх. И кто может, замок за спиной. И ниже таз. Руки перед собой. Ап! Поднялись. Заднюю ногу к передней, левую сверху, правую назад. Скинули. Крокодил. Расслабились.